Пошло их на стол. Сотнями их. Мама в русской печи обжаривала их, как в Египте. Называла их рябчики. Очень и очень вкусные. Диетическое. Супер вкусно. Надо в печи их обжарить. И вот сейчас они у меня в комнате живут. И постепенно вот подхожу к ним. Утро раннее. Детей я закрыл тут. Туда они не могут залететь, чтобы она не раздавила их. И торопятся. Гули мои, гули. Надо потихоньку, чтобы они были рядом. Я слово слышат, они знают. Это чужой голос, они улетят. Но я не трогаю вас. И тут что-то осталось новое. Но вот он рядышком. Большой самец. А это самочки. Вот они вылетели. Кошек унесли. Я говорю, а сам по сантиметру приближаюсь к ним. Сейчас шевелиться нельзя. Она готова улететь. Нет. Мимо. Все. А что испугался? Вот сейчас вернется назад. Ой, она как, крылышки. Вот так. Расправили. Сейчас они опять прилетят туда. И он, она только их вывела, и на следующий день он ее уже топчет. То есть у нее зависть, яйца готовятся. Вот она где оправилась. Посмотри, как вот так. У меня постелено, все. Чистота. Он может даже, сейчас она насчет первой, пристает с любовью к нему. Вот они едят. Да хорошая моя гуля. Я шагнул близко сильно. Ну ладно, ладно. Видишь, как приучаются они. Ни одного лишнего движения. Все время надо разговаривать. Вот они. Вот я поворачиваюсь. Сейчас пока не надо. Близко. Они видят. Опасности во мне нету. Да хорошая моя гуля. Да не трогай, не трогай. Ешьте. Ешьте. Да хорошая моя гуля. Ой, какие хорошие. Я уже близко подошел. Это дикари, дикари, о которых они вывели двоих ребятишек, они у меня там на руку садятся. Их не выпускаю, боюсь, что погибнут на улице. А вот как эти выведут, вот сейчас это, и будут готовиться новое гнездо делать, я их туда унесу, чтобы они сделали гнездо, и когда она сядет парить, в это время я открою, тогда всех выпускать начну на свободу. И вот сейчас расстояние меньше полметра у меня. Горе хорошие, да они замечательные, нет. Я не трону вас, ешьте, ешьте. Вот он рядышком идет, да не трону, но ходит он, самец, ну, ты видишь, опасности нет никакой. Вот он как, надо знать, дикий. У них на правой стороне у меня как пришита красная тряпочка, как окольцовка, а у детей на левой, вот так. Да хорошие мои гули. Посмотри у меня, как я ногой подвожу потихоньку. Вот они вылетели. Ближе уже нельзя. То есть расстояние 30 сантиметров. Ближе не подходит. О, Никита что-то маячит. Что у тебя там? Ой. А утро как начинается? Вот вчера мы высушили просфоры. Утром. Сначала просфорку. После этого что? Вот Алексей привез сок калиновый. Этой, кленовый. А это сейчас что, каждое утро у меня одинаково. Вот так. Святой воды. Брали в путешествие, везде были. Вон они уже по полу ходят, посмотри. О, пошли. Теперь что, святой водички на руку маленько. Голубей. И помажу магнитофон. Сразу глаза. У меня глаз все время болит тут. Повредил его, механическое повреждение. Уши. Иначе совсем оглохну. Ну и смазать все каждое утро. Никита трет морду. Значит что? Разделяем на три части. Кто больше всего за компьютером сидит, тому больше. Ну а кто больше за компьютером сидит? Ну, что непонятно-то? Это мы жили на квартире, учились в школе. Да? А брат Самуил на 5 лет старше меня. Ну, я вот, вот так вот ему примерно так. Ну, он мне совсем мало дает-то. Я говорю, ну, что-то я не наедаюсь. Он соскочит. Ну, давай мериться, кто больше, а что мериться-то? Так видно, что я... Говорит, ниже рукомойника. С кепкой вместе. Морковка, она застревает. Ее надо запивать. Вот утром кленовый сок. Вы заметите, как? Почему мы здоровые такие? А потом завтрак Володя готовит. Сегодня 30 марта 2016 года.
День Алексея Божий человека. Завтрак уже готовый. Угу. Надежда Васильевна приготовила. С растительным маслом. Не ради одного мученика нету такого в сегодняшние дни. Чтобы такая льгота была. Монахи придумали это. Ну и за это спаси Христос. Сам-то он, видимо, там ничего не ел с растительным маслом. Да хоть поедим у него. А Никита купил книгу. Какую? Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ». В одном томе я не видал такого. Ну, мелко. А у меня три тома из МКМ Пресс. Из Парижа. Я насчитывал. Вот он где. Видишь, какое утро начинается? Сись, это потом за стол. Я сейчас покажу, а где это? А, вот он. Трется на самом мелком. Никита трет. Никита, ты посмотри, сколько морковки осталось. Что ж такое-то? Ну, а как ее-то? Никак. Убрать. Видишь, Никита какой немощный. Он не знает, как. Вот так вот тщательно убрать. Все, нету. И изнутри. Он молодой Никита, еще неопытный. Я его учу. Тебе не в тягость, Никита, что я учу-то тебя? Нет, не в тягость. Вот. А теперь, чтобы она вышла туда, я ее полю маленько соком кленовым, а потом березовые привезут. И поколотить. Посмотри, чистота и порядок. Всего ничего. С сегодняшнего дня ты уже знаешь. У Никиты обязанности разные. Вот морковка, это такой продукт, который больше 5 минут после как сделал, не терпит, нужно сразу съесть. Так, давай, съедай. Я гляну на голубей еще. Вот сегодня у нас. Вот они где. О, ну, вон он где. Один там, а это здесь. Я им там песок, глина со штукатуркой размятая, а шкарлупа от яиц мелко натолщенная и соль. А в другом месте разные там деликатесы. Вот она рвется туда. А ну-ка посмотрим, что она туда лезет. Ну-ка поглядим. Как они выглядят? Сегодня уже, наверное, 5-й день. Ну-ка посмотри туда, засвети. Где они там сидят? Видно, нет? Вон они где. О, ну-ка я сейчас вытащу их показать. Подожди-ка, надо заснять сегодня их будет. Она прямо лезет сюда. Вот, брать их боязно, что они лопнут. Надутые, как пузыри. О, вот они мои голуби. Черныши растут новые. Вот она прямо бьется, мать. Видишь, какие? Глазки открылись. Вот на руку сели, оправился уже. Ну куда? Куда? Вон она. Смотри, что делает. Гляди. Вон она села, а там ничего нету. Ее надо вынести. Подожди-ка. Это она зря залетела. Разговаривает еще, как будто я тебя не вытащу. Ну что ты такая, а? Любящая мать. А? Вот они твои лежат, детишки-то, вот они где. Ну-ка давай посмотрим. Вот она, гляди. Ну-ка. Ой, ой, скособочилась как. Вот они лежат. Ну, успокоилась, нет? Ой. Ну трогает. Ой-ой-ой. Ну. Она его ударит. Она его ударит. Так надо их теперь занести туда. Подожди, сейчас. Сейчас. Надо положить их на место, пускай. Но она их давит, как бы ноги им не испортила. Я ее туда не запускаю. Вот так. И сверху закрыл по картонке. Все, сейчас посмотришь, она слетит туда. Вот она. Все. А дальше некуда. Все. А как залететь туда? Тут ты беда. А вот когда я сейчас поставлю вот эту решетку, как она на решетку садится, интересно, пытается пробиться. Вот все это интересно. Утро раннее. Но давай. Вон они сидят. Сейчас они начнут. Вот у меня в комнате молимся, они воркуют. Иногда вечером, даже ночью воркуют. Как петушок какой. Я бы петушка взял там у Алексея породистый, но некуда, негде держать.
Я крутился, крутился, и очень породистые какие-то, порода такая белая, с такими жабо у них есть. Все, она нет, она не может есть, ей надо залезть. Дети там ждут ее. Вот какой пример людям? Просто рвется. Куда она? Она не знает теперь, как туда попасть. Ну еще, решетка мешает. Ну, решетка мешает. Сейчас я уберу решетку. Ой, они сидят, где у меня, а? Нет, вот никак. Только так. Сейчас они, только я шагну в сторону, погляди. Помыть руки, за стол садись. И вот как только сейчас этих она вырастет и готовится будет новое гнездо делать, я их сразу туда вынесу. Вон она там толпится, а вон на помощи. Все на этом, садимся за стол.